Национальный парк реки Крка, один из самых красивых и интересных парков Хорватии, находится в 56 километрах на северо-востоке от Шибенника. Территория заповедника очень живописна, но главная достопримечательность здешних мест, безусловно, составляют водопады и каскады водопадов. Общий перепад высот семи удивительно красивых водопадов – 242 метра. Самый знаменитый из них – Скрадинский водоворот или каскад водопадов Скрадинский бук. Один из туристических маршрутов по заповеднику посвящен непосредственно ему, и у посетителей есть возможность искупаться в этой красоте. Скрадинский бук обрушивается с высоты почти 46 метров и перетекает по 17 каскадам, образуя множество изумрудных озер. Здесь насчитывается порядка 860 видов растений, включая подводные, большая часть из которых эндемики Адриатического региона. В заповеднике живут 222 вида птиц и 18 редких видов летучих мышей. Благодаря имеющимся в парке природным богатствам, заповедник Крка входит в группу природных памятников самой высокой категории. Из всех хорватских рек река Крка является самой красивой. Ее русло проходит по дну скалистых каньонов. Заповедник раскинулся на обоих берегах реки на протяжении 72 километров. В 1985 году эта территория заповедника Крка площадью 111 квадратных километров получила статус национального парка и является седьмым по счету парком Хорватии. Средняя скорость протока через Скрадинский водоворот – 55 кубометров воды в секунду. В период сильных дождей она возрастает в 6,5 раз. Посмотреть на это чудо, отдохнуть и зарядиться силой природной красоты приезжают люди со всего света. С потоками воды уносятся тревоги и печали, и люди надолго остаются счастливыми и умиротворенными.